Наездники ихневмониды – одно из крупнейших семейств паразитических перепончатокрылых. Мировая фауна включает, по некоторым оценкам, около 100 тысяч видов. Пока же описано только 30 тысяч видов. В России семейство представлено также очень широко. Между тем, для Среднего Поволжья и, в частности, для Самарской области, сведения о насекомых этой чрезвычайно важной с хозяйственной точки зрения группы носят фрагментарный характер. Нетелия – род наездников из семейства ихневмониды. Распространены всесветно. Наибольшее количество видов обитает в Южной Галарктике, Австралии. В Палеарктике известно около 90 видов. Представители рода – эктопаразиты чешуекрылых, преимущественно из семейств пяденицы, хохлатки, совки и бражники. Наездники средних размеров или крупные. Длину достигают 10-20 мм. Тело стройное, с сильно сдавленным с боков изогнутым брюшком. Основная краска, как правило, красно-желтая. Иногда с белым или темным рисунком на голове или груди. Эктопаразит серый зерновой и многих других видов совок. Озимый, восклицательный, хлопковый, совки гаммы, некоторых видов пяденец. Тело наездника красно-желтое, длиной 10-17 мм. Зимуют личинки в плотном черном коконе, в почве. Вылет имага в начале июня. Самки заражают открыто живущих гусениц, откладывая яйца сбоку на грудные сегменты, прочно прикрепляя их с помощью стебелька к телу хозяина. Первое поколение паразита развивается за счет подгрызающих совок и пяденец. Второе поколение заселяет гусениц 5-8 возрастов зерновой совки. Гусеницы с личинками паразитов уходят в почву, делают колыбельку, где происходит развитие нетелии. У ихневмонид рода нетелия наблюдается живорождение, когда яйца развиваются в теле самки, а на жертву откладываются яйца с показавшимися из них личинками или сразу молодые личинки, которые начинают питаться соками хозяина. Как и у мух, с таким способом развития личинок самка нетелии работает в режиме «время пошло». Если она не успеет отложить личинок в хозяина, то они выйдут из яиц в ее теле и разорвут внутренние органы, отчего самка гибнет. Опасна ли оса-наездник для человека? Боязнь этих насекомых не безосновательна. Их организм, как и у ос, вырабатывает яд, поэтому укусы не проходят бесследно. Но наездники не нападают на людей просто так и не делают кладку под кожей человека. Они атакуют исключительно в целях самозащиты. Осы-наездники опасны прежде всего для других членистоногих, ведь паразитирование приводит к их гибели. В этом заключается польза насекомых. Часто жертвой становятся другие вредители, наносящие урон запасам человека, скоту, сельскохозяйственным посадкам. Наездники, нередко являющиеся сверхпаразитами, сдерживают рост их популяций.